Прицеп тележка для дизель-генератора. Длина ее 4 метра, ширина 1,20 м. Давайте пробежимся. Сцепное устройство здесь стоит на 3 тонны. Колесо откатано 300 кг. Дышло съемное. Опорные стоечки такие стоят здесь для груза, для того, чтобы распределять груз. Подвеска здесь такая на салазках, двигается вперед-назад в зависимости от центра тяжести нагрузки. Рессор нету, здесь резино-жгутовая подвеска, там резиновая. Стоит такой бочонок, чтобы амортизировал хоть немножко. Цешки, колеса бэушные, 205 на 65, R16C. Крылья оцинкованные, отбойнички впереди, сзади крыла. Задние опорные стоечки шире немножечко стоят. Вот такой прицепчик. Производим, заказывать.